Донецькій обласній групі «Аматор Тур» 2013. Гарика дискваліфіцировали. Де Гарика? Это я. Допинг контроль не прошел. Так я 2013. Итак, внимание, на старте гонка чемпионов. Еще раз стартуют Олег Березовский, Андрей Гладкий, Александр Суроткович, Станислав Рудой, Сергей Краснов, Виталий Бричат. Игоря Горитина нет по причине неизвестной. Гонка с выбыванием. Правила всем известны. Так, внимание, 10 секунд до старта. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт. Итак, стартовала гонка чемпионов. Гонка чемпионов проходит по правилам. Так, внимание, гонка чемпионов. У нас есть лимит времени, поэтому давайте побыстрее. Поехали. Итак, внимание, последний гонщик выбывает из гонки. Последний гонщик у нас будет кто? Олег Березовский. Олег Березовский, 101 номер. Внимание, финиш. Внимание, финиш. И Сергей Краснов. Внимание, финиш, внимание, финиш. И из гонки убывает Вячеслав Иванов. Внимание, финиш. Внимание, финиш. И из гонки убывает Виталий Бричат. Внимание, финиш. Гладкого потеряли. И остается только двое чемпионов. Станислав Рудой и Александр Суроткович. В гонке выбывает Андрей Гладкий. Андрей Гладкий, вы выбываете из гонки чемпионов. Почетное третье место. Машина! И финиш, гонка чемпионов, выигрывает Александр Суроткович! Ну вот, завершение сезона, ты все-таки профессионал. Так вот, пару слов, что больше всего запомнилось в 2013 году тебе? Да, запомнилось очень много, потому что сезон насыщенный был. Я посетил больше 10 стран в этом году, поэтому... Ну, конечно, больше всего понравились профессиональные гонки. Вот в Китае, когда стартовали мы с Протуром и со всеми, это, конечно, уровень гонок. Все профессионально, все быстро. Вот это запомнилось больше всего. Ну, одной из главных целей, может быть, даже главной целью была гонка Тура Азербайджана. Ну, приоритетная, да, гонка была, потому что команда азербайджанская, поэтому в своей стране всегда надо проехать хорошо. У меня получилось неплохо, закончил вторым по сумме, поэтому выиграли там один этап. В общем, руководство осталось довольным. Что на следующий год? Ведь не секрет, что гонщики должны там либо продлевать контракт, либо заканчивать. Что у тебя? Ну, все нормально. Остаешься в команде? Да, оставили. Трех иностранцев, я один из них. Руководство команды, какие планы на следующий год строит? Ну, хотят, конечно, больше в Европе сезон сделать. С января месяца мы летим в Австралию, там, конечно, январь-февраль в теплых странах, там в Азии будет. А уже непосредственно с марта уже хотят европейский календарь полностью цеплять. То есть планы амбициозные? Да.
Серьезно, потому что через год хотят стать проконтинентальной командой на 2015. Да? Нет, второй дивизион, проконтинентальный. Собираются ехать в Джиро д'Италию. Ух ты. Ну, удачи, Саша. Спасибо.